Для того, чтобы добавить дополнительные пункты в меню бортового компьютера, нам необходимо повернуть ключ зажигания во второе положение. Далее нам нужно зажать кнопку бортового компьютера, которая находится у нас слева от рулевой колонки, и удерживать ее до момента появления надписи на панели приборов «Прог». На мониторе у нас открывается меню, в котором можно выбрать пункты меню бортового компьютера. Для того, чтобы добавить какой-то из пунктов в меню бортового компьютера, нам нужно его выбрать в списке, нажать на кнопку скролла правую для его добавления. Я выберу расстояние, запас хода, часы, также меня интересует расход, средняя скорость и дата. Для того, чтобы добавить эти пункты в меню, нужно перейти в пункт «Запомнить» и подтвердить правым скроллом. Далее поворачиваем ключ зажигания во второе положение и кратковременно нажимаем кнопку бортового компьютера слева от рулевой колонки. Первый пункт, который мы добавили, это пройденная дистанция. Далее у нас запас хода выводится в километрах и пересчитывается каждые 30 километров пробега. Следующий пункт, который мы добавили, это время. Это у нас расход топлива. Следующий пункт, это средняя скорость и дата. На канале уже есть видео о панели приборов. Ссылочку можно найти вверху в всплывающем окне и под видео в описании. Переходите по ссылочке, смотрите видео. До встречи на канале.